Здравствуйте, вы смотрите новости ТВК, я Екатерина Кашучик, и прямо сейчас коротко о главной теме дня. Здесь тоже заочно арестован, но о возвращении заявил официально. Артем У, сын губернатора Красноярского края, сделал первое заявление после побега из-под домашнего ареста в Италии. Первый комментарий краевых властей. Я бы, собственно, топ-тройку составил сейчас Сокол, Дроздов, Пономаренко. А политические перспективы УСА-старшего пока остаются под вопросом. Список кандидатов на губернаторское кресло и информация о решениях Кремля в прямом включении от Виталия Полякова. Уже пятый случай заражения. Корью заболел еще один житель Красноярского края. Известно, что заразившийся вернулся из другого региона России. Специалисты напоминают о необходимости вакцинации. Рудник Скалистый – самый глубокий рудник Евразии. Сейчас опускаемся на глубину 800 метров. Спуск займет 3-4 минуты. Современные технологии под землей и на поверхности. На ТВК стартует проект «Норильск. Вперед в будущее». Расскажем, как меняются промышленные объекты Красноярского севера. Артем Ус находится в России. Об этом сообщает федеральное издание РИА Новости. Информацию уже подтвердили и в пресс-службе краевого правительства. Сын губернатора Александра Уса рассказал журналистам, что сбежал из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верит в объективность местного суда. Мужчина также заявил, что итальянский суд продемонстрировал политическую ангажированность. Ранее итальянские СМИ сообщали, что сын губернатора Красноярского края сломал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста, на котором настаивали его адвокаты. В Италии Артема Уса задержали, так как в США и его еще четверых россиян обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. При этом, как заявлялось ранее, в розыск Артема Уса объявили и российские полицейские, а Мещанский суд Москвы даже санкционировал заочный арест. По информации из базы розыска МВД России, Артема Уса подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Запись об этом все еще есть в открытой картотеке ведомства. Тем временем адвокат Уса-младшего заявил, что его подзащитный сейчас находится в Москве и добровольно явился в следственный департамент МВД России. Интерфакс также сообщает, что Артему Усу уже изменили меру пресечения на подписку о невыезде. По данным телеграм-канала «База», губернатор Красноярского края Александр Ус уже поговорил с сыном после возвращения на родину. Но если ситуация с младшим Усом теперь более-менее понятна, то судьба старшего до сих пор не ясна. Главная политическая интрига в крае – уйдет ли губернатор в отставку или президент согласует его на второй срок. Все еще эта интрига не разрешилась. По данным источников ТВК, оба варианта Кремль продолжает рассматривать. При этом пауза затягивается. Краевые чиновники, политологи решения по Усу ждут уже не первую неделю, но его до сих пор нет. До выборов губернатора Красноярского края остается порядка 5 месяцев. Если Москва решит поменять губернатора, то новому кандидату необходимо время для того, чтобы набрать необходимую узнаваемость и завоевать поддержку избирателей. Как разрешится эта интрига и какую роль в большом политическом процессе играют красноярцы, расскажет Виталий Поляков, он сейчас работает в студии. Виталий, а возможно это отставки Уса? Мы слышим далеко не первый раз, слухи ходят регулярно. Почему сейчас вновь об этом заговорили? Катя, привет. Ну, действительно, потому что до выборов губернатора Красноярского края осталось совсем немного времени. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября, и официально о избирательном начале избирательной кампании объявят уже в июне. И на самом деле обычно Кремль предпочитает не затягивать этот процесс и заранее показывает своих кандидатов. Более того, президент уже начал череду встреч с губернаторами, которым одобрено выдвижение. Это глава Кузбасса Цивилев, Московской области Воробьев и другие. С другой стороны, отправлены в отставку руководителей Смоленской, Омской областей, Чукотки. А вот о встрече с Усом или его преемником администрация президента не объявляла. Сам губернатор заранее рассказал о своих амбициях баллотироваться на второй срок. В ноябре неофициально запустил избирательную кампанию. Вот как это было. Спрошу в лоб. Ощущаете в себе силы, желание и возможность остаться губернатором Красноярского края после 23-го года? Работать губернатором очень сложно. Но в то же время это вызов, это возможность строить, это возможность созидать. Поэтому я буду работать столько, сколько решит президент и мои земляки-красноярцы.
Ну вот с тех пор прошло уже практически полгода, и до сих пор Кремль не подкрепил амбиции УСА своим политическим решением. Но что все-таки не так с красноярским губернатором? Политологи считают, что против него сразу есть несколько аргументов. УСУ сейчас 68 лет, он самый пожилой среди всех губернаторов. Если он пойдет на второй срок, то к окончанию полномочий ему будет за 70, а это предельный срок нахождения на государственной службе. Специалисты указывают и на высокий антирейтинг УСА. Губернатор уже не первый год попадает в различные экспертные списки как аутсайдер среди губернаторов. То он небрежно общается с людьми, права качнуть хотите, то допускает непродуманные высказывания, вроде «тушить пожары бессмысленно». Против него и бессилие власти в решении проблемы черного неба, да и многое другое. С такими антирейтингами выборы с его участием могут преподнести сюрприз, а оппозиционные кандидаты получат дополнительные козыри. Против играют и многочисленные коррупционные скандалы. Взять хотя бы дело метро. Под подозрением и в хищении министр транспорта и, говорят, даже председатель правительства края Лапшин. Впрочем, у УСА есть и аппаратные преимущества. Край все-таки один из самых богатых регионов. Растут доходы бюджета, протестная активность здесь невелика. Кроме того, опыт показывает, что за губернатора есть кому заступиться. УС близок к министру обороны Шойгу и руководителю Роснефти Сечину. Политологи называют и другие плюсы УСА. Безусловный плюс – это высокая компетентность, история работы в крае. Пожалуй, трудно назвать политика, который бы лучше знал историю Красноярского края, современную историю Красноярского края, участвовал в принятии очень важных ключевых решений. Фигура, безусловно, знаковая и лидерская для элиты, и в этом смысле это, безусловно, сильная сторона. Политологи считают, что Кремль мог поставить на паузу ситуацию с красноярским губернатором еще и из-за ситуации с сыном УСА Артемом. Давайте вот еще раз все это напомню. Сначала Артем задержали в Италии, американские власти требовали его экстрадиции, но затем УС-младший сбежал из-под домашнего ареста и вот сегодня объявился в России. Если верить доводам, что Артем закупал на Западе санкционное оборудование для российской оборонки, то для Кремля это дополнительный аргумент в пользу и Артема, и его отца. Но с другой стороны, эта публичная история невольно обостряет споры вокруг семьи губернатора и конфликте интересов. Артем владеет компанией «Сибуголь», долей в строительном холдинге «СМ-Сити». И это наводит на вопрос, связан ли предпринимательский успех сына с протекцией его отца. Следующая проблема. Кто же сможет сменить УСА? В разное время источники называли в качестве вероятных кандидатов Александра Козлова, ныне министра природных ресурсов и экологии России, Михаила Катюкова, замминистра финансов. А в последнее время все чаще говорят о Сергее Соколе, который осенью добровольцем ушел на специальную военную операцию. Накануне президент его наградил орденом мужества, и опыт работы в крае у него есть. Политологи подмечают, что в последнее время участие в спецоперации для кандидата – это дополнительный аргумент в его пользу. В администрации президента этого же даже не скрывают. То есть они говорят, что сейчас карьерный лифт – это, собственно, прохождение работы в новых территориях. Из трех последних губернаторов двое непосредственно оттуда приехали, один связан с новыми территориями, там немного опосредован. Ну и если вернуться к вопросу, как красноярцы смогут повлиять на решение о губернаторе. Вообще российская политическая традиция не предполагает участие масс при выдвижении кандидата от власти. Кремль делает ставки сам. Но можно с уверенностью говорить, неопределенность Кремля сейчас – это следствие настроя красноярцев. Именно антирейтинг УСА настораживает администрацию президента. Очевидно, что там не хотят видеть на посту губернатора края нового Фургала или Коновалова, которые в своих регионах, Хабаровском крае и Хакасии, победили согласованных с Кремлем, но не популярных кандидатов. Катя, на этом у меня все. Спасибо. Это был Виталий Поляков. Говорили о политических перспективах пока еще губернатора УСА и кандидатах на возможное кресло губернатора в ближайшее время на осенних выборах. Ну а пока мы продолжаем эфир. В Красноярском крае выявили случаи кори, и причем это уже пятый случай заболевания. Об этом сообщил санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Новый инфицированный ребенок проживает в Курагинском районе. Известно, что заболевший приехал из другого субъекта России, после чего у него появились признаки кори. Прививку от болезни ребенку не ставили. Сейчас специалисты управления Роспотребнадзора совместно с медиками проводят все санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ранее стало известно, что корью заболел 51-летний мужчина из Красноярска, проживающий в одном подъезде с зараженным трудовым мигрантом из стран ближнего зарубежья. Для профилактики специалисты сейчас рекомендуют привиться, в первую очередь тем, кто не болел корью и не делал прививку ранее. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства.
Два красноярца попали в украинский плен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Юрий Швыдкин. Мужчин опознали родственники по видеороликам, которые украинская сторона накануне выложила в интернет. На видео российские военные рассказывают, что 1 апреля попали в плен. Среди них двое говорят, что живут в Красноярске. Депутат Швыдкин сообщил, что пленных будут возвращать. По словам парламентария, он уже связался с Министерством обороны, уполномоченным по правам человека и краевой администрации. Всего за 2022 год из плена вернулись 8 жителей нашего региона. Ранее об этом сообщал депутат-омбудсмен Марк Денисов. Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Владлена Татарского орденом мужества посмертно. Указ появился на портале правовой информации. Громкое убийство известного военкора произошло вечером 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, 26-летняя девушка пронесла на творческую встречу с Татарским бюст, начиненный взрывчаткой. От ударной волны в кафе выбило окна, у большинства пострадавших осколочные ранения и травмы глаз. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал случившееся и назвал произошедшее терактом. Девушку уже задержали, а правоохранители сообщили, что она во всем призналась. Изначально дело возбудили по статье «Убийство общеопасным способом», но почти сразу переквалифицировали в теракт. Российские следователи уверены, что планирование и организация этого преступления осуществлялись с территории Украины. Андрей Мельниченко стал самым богатым россиянином. Основатель СУЭК, которая владеет в том числе сибирской генерирующей компанией, впервые возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes. По данным издания, состояние Мельниченко за год выросло более чем в два раза, до 25,2 миллиарда рублей. В прошлом году Мельниченко занимал лишь 9-е место среди самых богатых россиян. Forbes пишет, что Мельниченко разбогател из-за роста стоимости второй его компании «Еврохим», которая занимается производством удобрений. Известно, что в июле прошлого года миллиардер получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. Продолжается эфир телеканала ТВК. Сейчас мы прервемся на небольшие анонсы и рекламу. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или еще раз посмотреть тот или иной сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы видите на экранах, переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, что ТВК – это не только ТВ. Перекрывать не будут, но отремонтировать пообещали. 200 миллионов рублей выделено на восстановление коммунального и Октябрьского мостов. Расскажем, какие работы запланированы и когда они стартуют. Весенней погоды еще нет, а весенние проблемы уже начались. Горожане все чаще жалуются на присасывание клещей. Специалисты рассказали, где вероятнее всего можно встретить членистоногого. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-2065, и мы продолжаем выпуск. Коммунальные Октябрьские мосты не будут полностью перекрывать во время ремонта. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Красноярска Владислав Логинов. В этом сезоне планируют частично обновить покрытие на Октябрьском мосту и провести комплексный ремонт коммунального. Здесь при необходимости заменят мастику деформационных швов, проверят гидроизоляцию и уложат новое дорожное покрытие. При этом ремонтные работы будут вести поэтапно. На все работы выделят около 200 миллионов рублей. О намерении отремонтировать коммунальный мост мэрия заявила еще в январе. Тогда движение на переправе на время ремонта планировали полностью перекрыть. Укладывать новый асфальт обещали начать уже в июне-июле этого года. Отмечу, под постом мэра о грядущем ремонте красноярцы оставили более 60 комментариев. Горожане просили не забыть о других проблемных дорогах. Дачные маршруты возобновят работу. Как рассказали в Красноярском департаменте транспорта, автобусы перестроятся на весенне-летнее расписание уже с 15 апреля. Тогда заработают все дачные маршруты 18-18С, которые будут ходить ежедневно от техникума транспорта и сервиса Верхних Черемушек и Кроссфармы. Также запустят автобусы номер 40, 40А и 40С. Кроме того, с наступлением дачного сезона часть 19 маршрута будет продлена до Садового общества «Южное» в Западном направлении. С подробным расписанием каждого маршрута можно ознакомиться на сайте Департамента транспорта либо по телефону 256 84 00.
8 случаев присасывания клещей зарегистрированы в Красноярском крае в 2023 году. И это несмотря на задержавшиеся в регионе минусовые температуры. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Клещей сняли с себя красноярцы после посещения фан-парка «Бобровый лог», Покровки, улиц Светлогорской и Брисевича, а также жители края на территории Элиты Емельяновского района, в Минусинском районе и окрестностях озера Ленево, это Шарыповский район. При этом проведенные исследования показали, что клещи из Шарыпова и Минусинского района были переносчиками боррелиоза, а из Бобрового лога – боррелиоза и эрихиоза. Жителям края напоминают, что при выезде на природу нужно соблюдать правила личной безопасности и внимательно осматривать себя и близких по возвращении домой. На ТВК стартует проект «Норильск. Вперед в будущее». 2 недели в новостях мы будем показывать вам, как преображаются промышленные объекты Красноярского севера. И первая точка – рудник «Скалистый». Самый молодой, глубокий и технологичный рудник Норильского промышленного района. Сегодня спустимся в шахту и узнаем, какие технологии горняки используют под землей и на поверхности. В Норильске. Норильск – гигант российской добывающей отрасли. Норникель – крупнейший производитель никеля и палладия в мире. И прямо сейчас здесь идет масштабная цифровизация предприятий. От рудников и обогатительных фабрик до крупнейших транспортных центров Красноярского севера. Мы приехали сюда, чтобы своими глазами увидеть, как соединяются горно-металлургическая промышленность и современные технологии. Рудник «Скалистый» – самый молодой и технологичный рудник Норильского промышленного района. Сейчас здесь добывают 2,5 миллиона тонн руды в год. И технологии здесь начинаются еще на поверхности, до спуска в шахту. В шахтном светильнике у нас встроен датчик метана и датчик, который нас отслеживает с поверхности, где мы находимся. Датчик позиционирования. Мы получаем фонарик, отмечаемся на оборудовании ламповой и уже... Система нас отслеживает, где мы находимся в это время в подземной части. От самого начала до самого подъема. Рудник «Скалистый» – самый глубокий рудник Евразии. Сейчас опускаемся на глубину 800 метров. Спуск займет 3-4 минуты. Сейчас спускаемся еще на 200 метров ниже, на автобусе. Да, здесь под землей на руднике есть своя система такого пассажирского транспорта со своими остановочными пунктами. Ну и наши попутчики сказали, что ехать до места назначения нам не так долго, всего минут 20. Мы на месте. Это горная выработка, откуда сейчас погрузчик забирает руду. Оператор управляет машиной с помощью джойстика. Так погрузчик проникает туда, где человеку сейчас находиться небезопасно. Опасно. Все люди и машины под землей соединены в единую сеть. Это переносная точка Wi-Fi, которая обеспечивает контроль горных работ именно под землей на глубине 1000 метров. С этой точки мы видим работу буровой машины и с этой точки мы видим работу машиниста ПДМ. Мы видим, как они передвигаются, сколько они бурят, и, соответственно, мы можем оперативно с ними связаться с поверхности и направить на какие-то другие горные работы. Или вызвать ремонтную группу, если происходят какие-то остановки незапланированные. Здесь же на «Скалистом» сейчас ведут промышленные испытания и других, совершенно новых для «Норникеля» производственных технологий. Вот эта машина сейчас выполняет веерное бурение в камере, откуда позже тоже будет выгружаться горная масса. Но есть одна важная особенность. В этой машине нет оператора. Он сейчас находится на 1000 метров выше. Оператор перед пультом, который в точности повторяет пульт в кабине буровой установки и полностью контролирует процесс с поверхности. Спускаться под землю больше не обязательно. Очень хочется, чтобы все это направление развивалось и, ну, соответственно, чтобы мы когда-нибудь пришли к тому, что, чтобы в вредных условиях труда работало как можно меньше людей и
так скажем, чтобы за нас работали машины, а мы ими просто сверху управляли. Во внедрении многих технологий Скалистый стал первопроходцем. Во многом потому, что на этот рудник у компании большие планы. Сейчас здесь ведут разработку шахты «Глубокая». Задача максимум – сделать этот участок добычи самым цифровым в мире. Все участники, именно люди, трудящиеся, будут заниматься непосредственно подготовкой. Подготовкой к тому, чтобы все самые сложные и опасные процессы проходили без участия человека. То есть это подготовка машин, установление барьеров, чтобы самосвал работал спокойно. И, ну, в крайнем случае, что может сделать оператор, это с поверхности вмешаться, подправить, направить в другое место куда-то. Ну а так все основные опасные процессы будут проводиться без участия человека. В следующей серии познакомимся с маркшейдерами. Именно эти люди на основе своих расчетов говорят, где, что и как добывать. Узнаем, для чего маркшейдерам нужны дроны и как сегодня специалисты проводят работы на потенциально опасных участках. Светлана Чернушевич, Сергей Токарев, новости ТВК из Норильска. Красноярцы смогут увидеть Венеру и скопление Плеяд. Когда стоит обратить внимание на ночное небо, об этом не только расскажем в рубрике «Новости коротко». В Красноярске не нашлось перевозчиков, желающих забрать автобусный маршрут номер 53 от Северного до Ветлужанки. В марте на сайте госзакупок объявлялись торги на выбор перевозчиков для 10 маршрутов, среди которых был и 53-й. Срок подачи заявок закончился 17 марта, но на маршрут номер 53 никто не заявился. В департаменте транспорта сказали, что до 6 апреля мэрия имеет право заключить контракт с единственным поставщиком, но нужно, чтобы какой-то перевозчик захотел участвовать в конкурсе. Напомню, автобусы по маршруту 53 перестали ходить в конце 2022 года, что вызвало недовольство граждан. Праздничные выплаты к 9 мая получат более 93 тысяч жителей Красноярского края с 4 по 7 апреля. По 50 тысяч рублей перечислят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. По 10 тысяч рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Ежегодные праздничные выплаты выдадут через почтовые отделения или банковские карты в беззаявительном порядке. Их сформируют на основании данных, которые находятся в Управлении социальной защиты населения и Социальном фонде России. Венеру на фоне Плеяд увидят красноярцы 11 апреля. Планета Венера будет находиться на расстоянии 2,5 градуса от Плеяд. Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков пояснил, что Плеяды находятся в созвездии Тельца и в Красноярске сейчас видны вечером. Чтобы наблюдать звездное скопление, не нужны приборы. Увидеть его на небе можно невооруженным глазом. Молния, Минтай и Киркоров. Что чаще всего обсуждали красноярцы в соцсетях, расскажем в рубрике «Слово админу». Еще одна постоянная рубрика «Вопросы доктору». Сегодня речь про воспаление миндалин, лечение и противопоказания при подобных симптомах. Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. В Красноярске открылась регистрация на тотальный диктант. Все желающие смогут проверить свою грамотность 8 апреля в 15:00. Диктант будут писать на нескольких площадках – в городских библиотеках, в Сибирском юридическом институте, культурно-историческом центре «Успенский» и в здании Сибирской электронной таможни. Автор текста в этом году – писатель и журналист Василий Авченко. В этот раз он подготовил для участников тотального диктанта текста о писателе, исследователе Дальнего Востока и путешественнике Владимире Арсеньеве. Напомню, тотальный диктант проводится уже в 20-й раз. Это акция, где каждый желающий может проверить свои знания родного языка. Зарегистрироваться можно на сайте totaldict.ru. Минтай с сюрпризом и Филипп Киркоров в Красноярске. Топ-темы эти обсуждают в социальных сетях за неделю. Что еще смотрели, обсуждали, расскажем в рубрике «Слово админу». Всем привет, с вами Татьяна Шункова. Прямо сейчас мы заглянем в соцсети ТВК и посмотрим самое популярное за неделю. Это
это Филипп Киркоров. Он приехал в Красноярск с концертом и стал героем соцсетей. Артист посетил ресторан «Тунгуска», поиграл в кёрлинг и впечатлился видами Дивногорска. И, как вы могли заметить, своими фанатками. В общем, красноярском артист остался доволен. Атлантида, зову я тебя, откликай. В сердце все гуще туман. Шумит, не смолкая, как будто он впрямь океан. Атлантида, Атлантида. Это невероятно. Просто вот Россия в этом плане неповторимая страна. Ни с одной другой стороны мира. Такой масштаб, такая ширь, такая красота, просторы. Ну, смотрите, ну где это еще можно наблюдать такое? Реклама Красноярска появилась в Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, Тюмени и Барнауле. На баннерах изображение часовни, столбов и коммунального моста, а также слоганы «Красноярск будет что вспомнить», «Будет красиво», «Будет вкусно». В мэрии говорят, что так хотят развивать внутренний туризм. И вот что об этом думают красноярцы. Красноярск – черное небо. Вот какой должна быть реклама. Да-да, и человек в противогазе, и слоган «Почувствуй себя, как в газовой камере». При въезде туристов им будут выдавать противогазы или кислородные баллоны. Едешь по городу, грязище, дороги убитые. Кроме природы здесь не на что смотреть. Приезжайте в Красноярск, на метро покатайтесь, подышите свежим воздухом, в аквапарк загляните. Там очень интересно. Можем свозить вас в передовой район Солнечный. Там настоящий образец инфраструктуры, какой она должна быть. Возьмете себе на заметку. Красноярец купил минтай с сюрпризом. Если вы прямо сейчас за столом, лучше не смотрите это видео. Купил себе минтай в ленте. Все бы ничего. Минтай вкусный, хороший, нежный. Но непонятный червяк в нем лежал. Я попытаюсь, конечно, сейчас камеру увеличить, но вот его башка. Верблюды перегородили дорогу в Зеленогорске. Такое видео нам прислал подписчик. Вы только посмотрите на невозмутимость этих двугорбых. Записывайся на сайте bit.bitauto.ru. Эти кадры облетели весь интернет. Молния попала в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Страшно красиво. Милоты. В Центральном парке хотели снести аварийное здание, но не смогли. В крыше поселилась белочка с малышами. Обзор самого популярного за неделю в соцсетях ТВК. Делитесь своими фото и видео, вдруг они тоже попадут в топ. Вот QR-код, переходите, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите нам в любых соцсетях и мессенджерах. Ведь ТВК – это не только ТВ. Одно из распространенных инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей – тонзиллит. Оно проявляется местным воспалением миндалин. Чем опасно это заболевание и может ли оно привести к удалению гланд? Как лечить тонзиллит и чего нельзя делать при воспалении такого характера? Об этом расскажет подробно врач Владимир Хиновкер в рубрике «Вопросы доктору». Здравствуйте. Это «Вопросы доктору», я Владимир Хиновкер. Сегодня я снова немного лор, поговорим о тонзиллите. Что такое тонзиллит и чем он опасен? Тонзиллит – воспаление нёбных миндалин, или, как мы называем их, гланды. Тонзиллит опасен прежде всего своими осложнениями. И
Самым неприятным острым осложнением является возникновение паратензилярных абсцессов, а самыми неприятными отдаленными осложнениями является то, что инфекция, которая поселяется в миндалинах, она может действовать на другие органы. Стрептококк может дать, как сейчас говорят, осложнение на сердце, может дать осложнение на суставы, потому что он может быть причиной ревматологических заболеваний всевозможных. И хроническая инфекция в организме может приводить к разным осложнениям. И носительство хронической инфекции – это, безусловно, опасная и неприятная история. Как лечить тонзиллит? Тонзиллит лечат лор-врачи, и тут нет никаких откровений. Все какие-то старые способы лечения, вроде, может быть, ваши бабушки помнят, смазывание миндалин раствором люголя или, ничего не дай бог, керосином, вот это все осталось вот в прошлом веке, в прошлом тысячелетии. Сегодня все-таки прежде всего миндалины нужно промывать. Нужно промывать лакуны. Этим занимаются лор-врачи в кабинетах поликлиник или в кабинетах дневных стационаров. Такая форма лечения тонзиллита тоже существует. Сегодня все-таки промывание водными растворами антисептиков является одним из ведущих способов лечения хронического тонзиллита. А вот если консервативное лечение не помогает, если обострения бывают частыми, либо если в результате хронического обострения миндалины очень сильно увеличились в объеме и гипертрофировались до третьей и четвертой степени, может стать вопрос об удалении миндалин или о резекции миндалин. Чего нельзя делать при тонзиллите? Вы знаете, в моей практике были знакомые, которые считали, что из миндалин нужно выдавливать гной и что это якобы приводит к улучшению. Все мы точно знаем, что нельзя выдавливать прыщи и фурункулы на лице, особенно в области носогубного треугольника, именно потому, что кровообращение лица очень тесно связано с кровообращением мозга, и инфекция с током крови может при определенных обстоятельствах попасть в мозг и привести к менингитам, к энцефалитам, к тромбозу синусов и к всяким прочим неприятностям, которые уже будут носить жизнеугрожающий характер. То же самое относится и к миндалинам, они тоже находятся в голове. Ничего выдавливать из миндалин нельзя, ничем мазать не нужно. Пожалуйста, обращайтесь к врачу, он расскажет вам, как правильно лечить и поможет вылечить ваш хронический или острый тонзиллит. Свои вопросы доктору Хиновкеру вы можете задать по номеру телефона 202-065. Также пишите в Viber, WhatsApp по номеру 8-923-1-65-45-00. Ну и, конечно, в любых социальных сетях. Ну а мы переходим к рубрике «Эко-новости». Лидеры экологического антирейтинга, замена полиэтиленовых пакетов бумажными и новый закон о защите прав животных в Испании. Подробнее об этом не только прямо сейчас. Всем привет! Вы смотрите «Эко-новости» на ТВК. Ближайшие несколько минут вас ждут события из сферы защиты природы, поэтому давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. Красноярский край занял одну из последних строчек в экологическом рейтинге. Список самых чистых и загрязненных территорий составила общественная организация «Зеленый патруль». Так, Красноярский край оказался на 81-м месте из 85. Хуже, чем у нас в регионе, ситуация в Свердловской области, Забайкальском крае, Челябинской и Омской областях. А наиболее экологичными оказались Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай. Рейтинг составляли, исходя из трех основных параметров – экосфера, техносфера и социум. Также специалисты учитывали обращения граждан, публикации в СМИ, ответы контролирующих органов, мероприятия, акции и марафоны. Кроме того, руководитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин резюмировал, что в Красноярске затраты на нацпроект «Чистый воздух» пока ощутимых результатов не дают. Количество жалоб жителей на черное небо только растет. В России могут заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные. О готовности это сделать заявляет российский экологический оператор. Там уверены, что в России есть мощности для переработки большого объема макулатуры. В РЭУ считают, что упаковка в сфере обслуживания могла бы стать экологичнее и практичнее, потому что пластиковые тары и пакеты часто изготавливают из комбинированного пластика, который при переработке сильно теряет в качестве. Также глава российского экологического оператора Денис Буцаев напомнил, что
что Владимир Путин дал поручение увеличить долю использования бумажных тары, упаковки и посуды. По его словам, профицитный объем по картону к концу 2023 года составит 1 000 000 тонн. У экоактивистов относительно этой идеи мнения разнятся. Так, например, большинство эту идею поддерживают, однако не уверены, что сейчас в стране есть достаточно производств по сортировке и переработке бумажных отходов. И сейчас о мировых новостях. В Испании приняли закон, защищающий права и благополучие домашних животных. Так, например, теперь владельцы собак обязаны пройти бесплатный курс обучения или онлайн, или офлайн. Также хозяевам собак нельзя будет оставлять своих питомцев более чем на сутки. Что касается кошек или, например, хорьков, здесь предусмотрены 72 часа. Зоомагазинам отныне запрещено продавать котов, собак и хорьков. Птиц и рыб приобрести по-прежнему можно. Помимо этого, в Испании запрещено неофициальное разведение животных. Если владелец не захочет кастрировать своего питомца, ему придется зарегистрироваться в качестве официального заводчика. Ужесточили закон и для нерадивых хозяев. Так, за жестокое обращение и убийство животных предусмотрены тюремные сроки до 3 лет. Отмечу, что новый закон не распространяется на охотничьих собак и служебных животных. Для них вскоре разработают специальный регламент. Прямо сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 27 марта по 2 апреля оказались железнодорожные и советские, а самыми чистыми стали центральные и октябрьские районы. На этом все. Вы смотрели «Эко-новости» на ТВК и до встречи в эфире. На сегодня это все новости. А напомню, телефон редакции 202-065. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И до встречи в эфире.